вкусный десерт на праздник, что может быть вкуснее и лучше? Рецепт, который покоряет сразу всех. Готовится очень быстро, а получается неимоверная вкуснота. Привет, друзья! Меня зовут Людмила, и вы смотрите мой кулинарный канал «Вкусный рецепт». Сегодня, друзья, будем печь вкусный и простой в приготовлении пирог. Я вам скажу, что он настолько вкусный, что если вы настоящий сладкоежка, то обязательно нужно печь эту вкусняшку. А если вы еще не подписаны на мой канал, то, конечно же, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Будем готовить вместе! Для начала на сито нам нужно отправить консервированные персики 300 грамм. Вы можете использовать и другие фрукты, например, сливы, абрикосы. Тоже получается очень вкусно. Теперь берем глубокую емкость, в которой будем замешивать тесто. Отправляем мягкое сливочное масло 100 грамм. Добавляем 100 грамм сахара. И хорошенечко взбиваем миксером. Всыпаем ванильный сахар 10 грамм. И продолжаем взбивать дальше. И этот рецепт я просто обожаю. Здесь все настолько просто, быстро. И на приготовление вам не понадобится никаких кулинарных навыков. В миску отправляем по одному яйца и взбиваем. Нам понадобится 3 штуки. Хорошенечко все взбиваем до гладкой нежной массы. Муку 130 грамм просеем вместе с разрыхлителем. Разрыхлителя нам понадобится 1,5 чайные ложки. Тесто нужно хорошенечко размешать, чтобы не осталось комочков. Это займет у вас еще пару минут. Все, наше тесто готово. Теперь подготовим форму. У меня силиконовая, я ее смажу сливочным маслом. Размер моей формы 20 сантиметров. Поливаем тесто и аккуратно разравниваем по поверхности. Нарезаем персики на дольки. Выкладываем сверху на тесто и немножко вдавливаем. Отправляем пирог в духовку, заранее разогретую, до 180 градусов. Выпекаем примерно 35 минут. В миске смешаем сметану 100 грамм и сахар 25 грамм. Хорошо размешиваем венчиком до однородности. Готовность пирога проверяем зубочисткой и даем немножко остыть. Поливаем сверху сметаной и посыпаем орешками или миндалем. Пышный пирог с сочными фруктами – это настоящее блаженство. Идеальный вариант для домашнего чаепития или даже для праздника. Такой пирог всегда съедается моментально, так что рекомендую. Вкусный, ароматный, мягенький, как настоящее облако. Друзья, такого пирога я еще не готовила. Я очень-очень, если честно, хочу, чтобы вы приготовили его для своих родных, потому что это вкуснотища. Я желаю вам приятного аппетита, как всегда, хорошего настроения, удачной вам выпечки, конечно. До новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока!